Раннее утро. Я специально не взял микрофончик. Камеру хотел сказать. Я специально не взял микрофон для того, чтобы попробовать передать тишину. Но вот эта наглая собака лает уже с самого утра. Жаль, что вы не слышите вокруг эту звенящую тишину. Собака, перестань гавкать. Привет, друзья! Вот мы уже второй день в Шамахе, и хотел вам показать немного видео про Шамаху, какие здесь красивые горы, ну и прочее. Вы на канале Мехтиев Ньюс. В одном из, если можно назвать, таких мест пансионатиков, дом отдыха. Очень классное место, но, друзья мои, посмотрите, в каком все состоянии. Достаточно плачевно. Старые домики обиты деревом, и дерево тоже в таком состоянии, что, ну, в не очень таком качестве. Если бы кто-то нашел бы какой-то инвестор, спонсор и вложил бы деньги, то, наверное, не было бы все вот так вот плачевно. Смотрите. Но, однако, люди приезжают, живут, остаются, отдыхают, кушают, пьют. Воздух, природа идеальная, как я уже говорил тысячу раз, тишина. Кстати, здесь, где мы остановились, очень много разных деревьев, съедобных деревьев, в смысле, плоды их съедобные. Здесь есть сливы, здесь есть груши, есть айва. И вот смотрите, я вам сейчас покажу. Есть знаменитые азербайджанские шишки, из которых потом варится прекрасное вкуснейшее варенье. Они сейчас немножечко недозрели, но скоро это все будет съедобно.